Проблем у жителей этого частного сектора немало. Главная их беда – дорога. Это сейчас, говорят люди, она выглядит более-менее. В дождливую же погоду становится труднопреодолимой. Все бы ничего, но по этой дороге жители ходят на колонку за водой. Дело осложняет и отсутствие электроосвещения. Вечером приходится пробираться за водой сквозь кромешную тьму. Но и это не все. Недавно электрики забыли на улице пустые барабаны из-под электрокабеля. Они пополнили скопление мусора, который уже давно отсюда не вывозится. А свалка? Вот убрались мы сейчас. И опять вон сегодня Лидия Николаевна опять вытаскивала уже сколько этих сумок. С бутылками, совсем. Но я же не дворник, собственно говоря. Жильцы надеются решить перечисленные проблемы с помощью районной администрации. Они говорят, что не раз обращались туда. Правда, пока безрезультатно.